девчонки, пришла фикс прайс. Ты тут поняла свечку сюда ставить. Копилка. Куда там что копить, не знаю. Говорила визитница. Интересно, второй покупаю уже такую. Шапочки для масочек для волос. Мурашка. И почитать. Даже можно купить тут. Так, что мне строчку купить сегодня придет ко мне? Тоже перерос он это все. Что там за раскраска, посмотреть надо. Ой! Ну-ка, ну-ка. Просто раскрасочка, без наклеек. Такой транспорт покупала. Тряпочки, девочки, тряпочки. Коробочки. Мне вот такой набор нравится. Тряпки хорошие, вот эта штучка хорошая. Смотрите, желтенькие какие интересные цвета вот есть. И вот этот набор покупала и на дачу, и домой. Нормально, мне нравится. Перчатки. Ну, рвутся быстро. Вот насадка на швабру какая. Их рукав для запекания тоже бы надо. Пергамент. Сейчас у меня после моих трат осталось денег, по-моему, 200 рублей. Так, вот две штуки я положила уже. Что-то могу еще взять, но надо мне что-то Димасику взять. Так, это все это для мужчин, наверное. Здесь у нас перчатки. Даженьки, перчатки есть. Шапочки всякие. Хорошо, что есть такой магазин фикс прайс. Что-то совсем негодное. Батюшки, девочки, смотрите, подростковые лосины. Толстые какие. Цвет, конечно. Ну и теплые. Девчонки теплые прям. Ну, цвет, конечно. Детские колготки с рисунком. 40 ден. Варежки. Перчаточки.
Колготки. Труселя. Шапки такие. Шарфики фикс-прайсовские. Стельки всякие. Вот, стельки для резиновых сапог. Так, всякие тут ножницы. Что это такое? Вот это. Что это там? Салфетка. И вот такая даже есть, девочки, смотрите, корзина для мелочей. Хозяйственное все пошло. Мягенькое. Тут такое. Кастрюльчик, можно запекать что-то в ней. Хотела поближе посмотреть, там девочка показывала одну такую как бы пластиковую вазу. Вот ее интересно бы в ванну поставить, положить туда палочки. Ватные диски. Ну, что-то я не вижу такой здесь у нас штучки. По одномусы, девочки. Вот они. По одномусы. Даже вот какие есть. И вот такие вот тоже металлические. Вот. Хотела купить, но пока воздержусь, так как деньги потратила. Такое лимонница. Лимонница. Тут что такое? Эх ты! Пиала. 1+1. Две штуки, значит. Что это? Солонечка и перечница. Так, ну нету. А, ну может там подальше? Так. Что такое яркое? Угу. Стаканчики такие. Для леденцов. Леденцы делают дома. Елочки. Вот такой вот штуки нету. Как девочки показывали, не видать. Баночки такой. Продукты я здесь не покупаю. Тут вот даже мне сказали, боржоми продают. С ума сойти можно. Ну, удивляюсь я, конечно. Боюсь, что это как подделка. Один плюс один. Девчонки, сок гранатовый, да? С ума сбеситься можно. Так, ну что, еще повнимательнее посмотреть.
стекло там только. Не видно. Ну, девчонки, ручек всяких полно. Ну, не знаю, я купила. Пишу пока. Нормально вроде пишет. Блокнотики вот всякие. Спящая красавица. Сказки здесь запросто можно купить детям, чтобы не тратиться на большие суммы. Что тут у нас? Как прописи учиться, вот эти, еще интересно. Пойдем туда в хоз. Девчонки, все к празднику. Подвесные какие-то декорации. Вот, про эти шампуни девочки говорили, наверное. Да, что-то жидковато как-то. Чё, бабушка Агафья тут? Чёрная баня, шампунь, настой для волос. Вот такие полотенчики. Новогодняя тематика. Подносики. А, вот девочки, подносики. Ой. Такие подносики. Так, что тут у нас? Рамочки. К Новому году вот девочки уже, видите, все привезли. Для мытья посуды. Прил, наверное, возьму пока. Пока в деньгах стеснена, возьму прил. Или аус. Чего лучше, не знаю. Наверное, прил все-таки возьму. Трехслойную, наверное. Вот эту, что ли, взять надо. Трехслойную. Вот эту беленькую. Две штуки тут. И розовые есть. Там наверху двухслойные. Лаванду возьму. Бактерицидные. Как они? Так, это что такое? Марля даже, девочки, есть. Но она что-то какая-то жиденькая. Я видела, девочки показывали наклейки. Интересные для ногтей. Но в нашем магазине, видимо, таких нету.